Всем привет, дорогие друзья! С вами, как обычно, Вуди. Никакой текст для этого видео, я сразу говорю, не готовил. Просто пишу, так сказать, сразу же, как только появилась возможность. Дело в том, что появилась функция спонсорства у нас на канале. И это, в общем-то, предлог больше для записи обзоров и для развития канала, снова наполнения его контентом. Давайте вначале про спонсорство, а потом что вам за это будет, так сказать. В общем-то, у нас есть три уровня. Это первый уровень 50 рублей, второй уровень Bitterman Level 250 рублей и City Rocket Level это 1800 рублей. Сумму я сам не выдумывал, YouTube их сам выставляет как рекомендованные, я, собственно, ничего менять не стал, раз рекомендовано, пусть оно так и будет. Ну и, собственно, я даже не знаю, какие суммы так вот, грубо говоря, запрашивают. В общем-то, за первый уровень буду... Ну и за любой уровень. Буду упоминать, естественно, всех спонсоров в обзорах. И обзоры также станут, грубо говоря, обзоры станут спонсорскими. То есть вы можете меня мотивировать записывать снова обзоры. И как только будут появляться, начнут появляться там пара спонсоров появится, я обязательно сразу же это дело возобновляю и пишу обзоры, приглашаю разных гостей интересных, приглашаю Дональда на обзор. А кто бывал на Твиче, те, наверное, видели изменение баллов, что теперь, чтобы записать обзор с Дональдом, мне, вам, то есть, нужно накопить 23 миллиона баллов на просмотрах стрима. Естественно, это очень долго, это очень будет, это еще пару лет, поэтому, собственно, вот вы можете... Таким образом ускорить процесс. В общем-то, Bitterman Level, здесь у меня написано возобновление спонсоров, обучающие трансляции и так далее. В общем-то, возобновление обзоров я решил, что буду делать с первого уровня. Не буду ждать какого-то олигарха с 250 рублями. Ну и обучающие трансляции, то есть закрытые трансляции только для спонсоров. По дефрагу, по маппингу, почему угодно, что вас интересует, возможно там разбор демок ваших, еще что-то. Вариантов очень много, просто, грубо говоря, становитесь спонсором, пишите мне, что вас интересует, я буду проводить такие вот мероприятия. Ну и City Rocket Level буду лично обучать чему-либо, опять же, да, либо дефрагу, либо маппингу для DF2, если вам это интересно. А я думаю, что вам это интересно, потому что дефраг 2 у нас вроде выходит достаточно неплохим. Ну и просто спасибо, что ты есть, потому что 1800 рублей это достаточно такие нормальные деньги. Можно купить уже себе не только хлеб, но и даже кусочек мяса. Вот. Также с появлением спонсоров, ну, при любом уровне я буду опубликовывать в сообществе, то есть в текстовом формате, только для спонсоров это будет. Буду опубликовывать информацию по дефрагу второму, естественно, о том, что нас ждет, что, над чем мы работаем, что мы делаем, всякие скриншоты, возможно, и так далее. Ну, всевозможную информацию, которую мы обычно не распространяем, она будет доступна только для спонсоров. Ну и, собственно, все. Можете помочь мне, я помогу вам, если вам нужны так обзоры, потому что я знаю, что многие уже не ждут обзоры, но мне на самом деле хочется записать, просто не находится для этого сил. Я думаю, что не лишние 50 рублей меня вполне могут смотивировать, выделить полтора часа, позвать Дональда, Димона, кого-либо еще. Также при спонсорстве 250 рублей я подумал, что почему бы... не стать приглашать, то есть если вы, допустим, хотите быть приглашенным на обзор специальным гостем, пожалуйста, вот со второго уровня, я, наверное, это еще добавлю, мы можем вас пригласить на обзор, и, пожалуйста, вместе можем сделать обзор, почему бы и нет. Ну, естественно, если обзор будет заруиненный, но, конечно, мы постараемся этого не допустить, обзор не выйдет и будет перезаписываться, но в любом случае вы будете приглашены. Но я думаю, что, по крайней мере, наши все зрители, они вроде как более-менее адекватные, так что все будет в порядке, это я уж лишнего тут наговорил. В общем-то, все, ребят, на этом все.
Это у нас оплата месячная, то есть это как подписка на Твиче, либо подписка на Патреоне, но здесь просто проще и в рублях. А, вот. В общем-то, мотивируйте меня, я мотивирую вас. Появляются спонсоры, появляются обзоры, появляются новые ролики, появляется дополнительная информация по DF2. Возможно, при втором уровне я там начну добавлять вас в какую-нибудь роль в Дискорде с доступом к чтению нашей закрытой переписки в Дискорде по поводу дефрага, всего-всего, где мы там перекидываемся новой музыкой, какие-то картинки, логотипы и так далее. То есть это все тоже, если вам интересно, милости просим. А теперь точно все. Все, пишите в комментариях, что про это думаете. Я очень хочу заняться снова уже YouTube-каналом, потому что в последнее время только стримы, и то их не так много. Ну и, в общем-то, все. На этом все. Либо пишите еще какие-то свои варианты, что бы вы хотели за спонсорство. Я, как вы знаете, человек лояльный, так что в большинстве случаев, если это какое-то не перегибание, грубо говоря, палки, я, конечно же, не откажу. Все, ребят, всем спасибо, всем удачи и всем стараться лучше.